В микрорайоне Радужный открыли новый медицинский центр. Трехэтажное здание оборудовано инновационными приборами, в том числе для эффективной очистки и дезинфекции воздуха. Мощность медицинского центра рассчитана до 500 посещений в смену. Работает дневной стационар, детское отделение, лечебно-диагностическое отделение, оснащенное оборудованием премиум-класса. Прием ведут врачи по 30 специальностям. Чистый воздух – залог здоровья. В больнице воздух нужно специально очищать, чтобы предотвратить распространение внутрибольничных инфекций. Бактерицидный рециркулятор «Тион» соответствует самым высоким требованиям и нормативам Санпина. Он обеспечивает стерильность воздуха, которая так необходима в медицинских учреждениях. Аппарат может работать, прибор, как в палатах, как в операционных, так и просто в кабинетах. В основе прибора инновационная технология, подтвержденная многочисленными апробациями в России и за рубежом. Тион очищает воздух без ультрафиолетовых ламп. Это позволяет экономить электроэнергию. Расход тионов в 5 раз ниже. В отличие от приборов с ультрафиолетовыми лампами, тионы не требуют протирки, ведения журнала работы и утилизации. В лампах содержится ртуть. В медицинском центре «Радужный» установлено 42 стационарных, 4 передвижных аппарата «Тион», что соответствует числу кабинетов и структурных подразделений нашей клиники, благодаря чему мы обеззараживаем воздух во всей нашей клинике. «Тион» качественно отличается от изживших свое кварцевых ламп и приборов с ультрафиолетом. При фильтре задерживает пыль и грязь. Электростатический блок заряжает частицы воздуха, благодаря чему они задерживаются на объемном HEPA-фильтре. Вырабатываемый озон инактивирует вирусы и бактерии. Адсорбционно-каталитический фильтр разлагает озон, фильтрует вредные газы и запахи. Производит инновационные очистители российская компания «Тион». Приборы и ламинарные потолки установлены в тысячах больниц по всей России. Эксплуатация прибора очень выгодна. Мы экономим на электроэнергии, мы экономим время персонала, получая при этом высочайшего класса фильтрацию. Посетители и пациенты медицинского центра «Радужный» могут быть уверены. В новой больнице они получат качественную медицинскую помощь и будут дышать чистым и абсолютно безопасным воздухом.